Сегодня у меня день рождения, но особо ничего грандиозного сегодня не будет происходить, потому что понедельник, у людей учеба, у людей там домашняя работа, остальные дела. Поэтому мы собрались с небольшой компанией поехать на каток. Я с соседами, да и греческими соседями. Вот. А возможно потом еще поеду на небоскреб, если успею, потому что нам сегодня должен был забирать паспорт с визой. Наблюдательно за час. И уже 3:30. Мне надо успеть и на каток, и на небоскреб. Ну посмотрим, удастся или нет. Так что сегодня ярких празднований не будет. Возможно, на выходных пойдем в какой-нибудь клуб сходим. Каблуки, пацаны. Это каблуки. Это издевательство над человечеством. Что это за прикол? Я чувствую себя балериной. Посмотрите на эти каблуки. И лезвие плоское. Как на нем можно кататься? Никаких перекладочек не сделаешь. Чтобы развернуться, надо сил потратить немерено. Подушками под попу, чтобы не было больно падать. Это выглядит забавно, с этими огромными попами катаются. Ай. And Thomas, it's time to falling down. Привет. Здорово. Привет. Привет. Я принцесса, пускай здесь дофига детей, но мне нравится, мы сегодня рождения приехали на каток, это офигенно. Вот это so close. Пускай я себя ощущал, как Золушка на хрустальных туфельках, но мне все равно было очень круто. Это классный день рождения. В общем, первый этап завершен успешно, я доволен. За день рождения я садил на каток. Конечно, да, дамские коньки для, как эти, фигурные. Да, было, как бы, лед не самый лучший, мягковат. Но в любом случае, я рад. Плевать на все эти условности, я доволен. То есть первый этап прошел успешно, надеюсь, со вторым тоже не будет проблем. Сейчас мы идем на небоскреб. Кто-то конкретно вложил и забыл паспорт дома. Сейчас быстренько смотаемся за паспортом, поедем на небоскреб. Вот это вот, конечно, ошибка века.
что ж, мы врываемся в небоскреб. Мне взяли паспорт, все нормально, бесплатно. Сейчас буду подниматься в небоскреб. Смотрите, как здесь красиво. Я забыл свой паспорт дома, пришлось возвращаться. Дома приехали на такси. И получилось не очень дорого, поэтому нормально. Нам просто надо было побыстрее сюда приехать, потому что мы еще хотим поужинать, а потом у Томаса еще домашняя работа. Миниатюрка показывает, как Шанхай выглядит в течение 24 часов. Китай такой Китай, вот в этом видео видно, что это чисто Китай. Там... Здесь мы ждем Ninety-five. What is a disco club? No, выглядит все. Это все выглядит очень потрясающе. Такой хай-тек. Во всей красе. Ну и наши китайцы. Плохо. Теперь мы выдвигаемся на 100-й этаж. В общем, это круто. Я не знаю, как будет видно, но это выглядит просто потрясающе. Кстати, отсюда видно наш дом. Вон там вот вдали синее здание. Там мы и живем, там наш супермаркет находится. Ну что ж, находясь здесь, на небоскребе, могу сказать, день рождения прошло классно. Несмотря на всякие там неполадки, что там все было, больше там не получилось. Много людей заняты сегодня, но в любом случае это было круто. Каток с бабскими коньками, небоскреб, все здорово. Я надеюсь, еще и не удастся. Ребята, в общем, меня тут накололи, и ребята устроили мне сюрприз. Они меня поджидали под небоскребом, и сейчас мы идем кушать какой-то там ресторан. Короче, провели меня жестко.
Томас меня водил, обманывал, пока все съезжались. И сейчас мы все идем вместе. Французские девчонки, и немцы, и испанский парнишка. Елена и Филипп. Это, конечно, офигенный сюрприз. Это просто бомба. Вот эти ребята, которые сделали мой день. После ужина мы решили пойти еще на другой небоскреб, просто пождать, посмотреть. Просто посмотрите на это. Мы наконец-то упали в этот отель и сможем посмотреть все это своими глазами. Oh no, the camera's off now.